Валюта, основанная на времени и управлении персоналом. Австралийская блокчейн-компания Chronobank объявила о своих планах по созданию веб-сайта, который позволит людям найти работу на короткий срок. Согласно newsbtc.com, для начала Chronobank собирается запустить собственную виртуальную валюту, именуемую National Labor Hour, LH, а затем создать децентрализованный рынок труда LaborX, где люди смогут продавать свое время, используя криптовалюту Labor Hour.